телефон. Надоело дум скроллить мои нервные клетки, новостей явно не стоит. Ничего нового, наш мир дал ёбу давно. Короче, вайбы писать лирику полным-полно. Чтоб разум сохранить, чтобы не быть как стадо, понял, пора мне соорудить свой неприступный замок. Куда забраться, никому тут возможности нет, кроме родаков, друзей, любимой группки курьеров. В каждой из комнат стул я бы сразу создал, чтобы было где присесть мне, если вдруг потемнеет в глазах. Зачем мне стол? Поставлю ком на коробке с-под пиццы. Зачем вода? Добрый кола, тоже можно помыться. Работать даже из дома выходить не буду. Перед своим коварным планом я дам 1000 туров. Миллиарды рублей сказали, и мы с треками выкинем. Короче говоря, уйдет звезда на самом пике. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума. Пусть за окном даже морозы или тропики, мне все равно, я у себя в праничном домике. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума, тогда себе уже все сколотили гробики, мне будет все равно, я у себя в праничном домике. Я отращу себе огромное толстое тело, чтоб механизм не мог вместить этот винтик системы. Будет пытаться пристроить хоть на какое место, махнет рукой, и вот я в 25 вышел на пенсию. На все деньги, что мне придут, я практически сразу куплю себе RGB ленты, ламп штучек 20, чтобы район весь озарился ярко-красным цветом. Пусть думают, что я ращу, это будет панк века. Гирлянды на балкон, пусть будет так, и каждый день ловушки в 2 часа ночи. Пусть люди празднуют мой умный план того, как обмануть любую тварь, что думает, мол, мы умрем, но я буду крайний. И я, расплывшись на кресле, весь в крошках от чипсов, буду думать только самые умные мысли. На улице конец света, кругом крики о помощи, еще не слышно, Алиса, сделай телек погромче. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума, пусть за окном даже морозы или тропики, мне все равно, я у себя в праничном домике. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума, когда себе уже все сколотили гробики, мне будет все равно, я у себя в праничном домике.